Алло. Да. А сколько времени? Да, да, приеду. Да. Да, приеду. Или приплыву. Когда-нибудь умрем. Кто-то из вас попадет в ад, кто-то в рай. Но зачем ждать, когда в рай можно попасть уже сегодня? А туроператор «Мегавояж Тура» будет вашим ангелом-хранителем в этом Эдеме. Мега-отдых с «Мегавояж Туром». Боря, 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 ты стихотворение не забыл, Боря. Слушай, обязательно это говорить, а? Ну давай я не буду, а? Слушай, Борь, ты знаешь, мне тоже не нравится это стихотворение. Не я же его придумал. Жаль, я бы знал, кого убить. Слушай, Борь, давай быстро все снимем и пойдем отсюда отдыхать, а? А то тут жарко уже становится. Всегда здесь отличная пища. На море здесь плещет волна. И нужен нам берег турецкий, Анталия очень нужна. Слушай, Борь, я прошу тебя, не надо делать мне одолжение, а? У меня точно такой же контракт, как и у тебя. Всегда здесь отличная пища. На море здесь блещет волна. И нужен нам берег турецкий. И Англия нам не нужна. Опа! Ну почему посторонние в камере, а? Слушай, я не могу больше. Стой, подожди. Слушай, ладно, давай действительно вечером. Когда жара спадет, там это снимем. А ты типа этот, как его, Щербаков. Да, да, да. Не, надо с этим заканчивать. Где тебя носит? Уже кофе остыл? На, смотри. Здорово. Да ты не все посмотрела. На, вот еще посмотри. Здесь. Кто это? Чудная, что ли? Это Щербаков Борис. Да, похож. Похож, да это он и есть. А в жизни он симпатичней. Дай сюда. Ой, подумаешь, Щербаков. Вот если бы с тарканом. Ну, знаешь ли, в голове у тебя тарканы. Это секс-символ 80-х. Все женщины просто балдели от него. Когда это было? Сейчас, дорогая, 2005-й. Ты знаешь, подержанный Мерседес лучше новых «Жигулей». Здравствуйте. Петь, возьми у него автограф, а? Скажи это для Насти. Мне не надо. Надо. Петь, пусть она в институте автографом хвастается. А то, ишь, новый мобильный ей подавай. Ой, Федя, что это такое? Кошка. Не кошка, Федя, это инфекция. Прысь. Ой, Федя, сообщи, куда следует, пусть это ликвидируют. Хорошо. Только, Федь, сначала автограф. Хорошо. Федя! Мат! Спасибо. И кто тебя пустит к этому Мерседесу? Да при чем здесь я, любая? Ты знаешь, какой он бабник?
Не знаю. А какой у него райдер, ты бы видела? Ты что, видела? Дура, это список требований. Ты что? Ой, ну что, какие у него требования? Во-первых, он берет в менеджеры обязательно женщину. Во-вторых, он возит с собой двух-трех секретарш. В-третьих, у него такое количество поклонниц, с ума сойдешь. Зачем нужен такой мужик? Глупенькая, в Турции в самый раз. Денис. Денис. Не смотри на него. Да я его по телевизору видел. В том-то все и дело. Может, у человека отпуск. Приехал сюда отдыхать. Может, ему неприятно, что на него все смотрят. Отвернись. Ну, если ему неприятно, что на него все смотрят, чего же его вообще тогда по телевизору показывают? Так, давай ешь. Ем, ем. Ты почему на завтраке не был? Не хочу. Ну, пойдем тогда в бассейн. Не хочу. Ну, поехали тогда в город. Так. Я тебе никогда не рассказывал эту историю. Думаю, сейчас самое время. Пап! В 43-м дело было. Послали нас в разведку. Выдали всем нам аусвайсы, сказали броня. Ну, блокпост. Все прошли, а я что-то замешкался. Мне говорят, аусвайс. Ну, я достаю. А это комсомольский билет. Перепутал. Аусвайс политруку оставил. Ну и что? Ничего. Отвели 3 метра к первой стенке и расстреляли. Как расстреляли? Из автоматов. Ну, пуля чиркнула, я назад подался, а там стенка гнилая, сортир оказался. Ну и провалился я, а не проверять побрезгли. 3 суток просидел. Ну и что? Ничего. Лучше бы расстреляли. Так задразнили, что пришлось из разведки уйти. Стал снайпером. Ну и перестали дразниться. Очень интересная история. И зачем ты мне ее рассказал? Вот это я понимаю. Профукал документ. А у тебя что? Ну, осталась твоя Диана дома. Ну и что? Новый паспорт сделает, молода еще. Пап, ну, ну при чем тут паспорт, папа? А чего тогда? Пап, пошли. В бассейн, папа, пошли. 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 Спасибо. Ну, как волейбол? Хорошо поиграли. Кто выиграл? Заяц, я тебя прошу. Еще один такой вопрос, и у меня башка разлетится, я тут все мозгами забрызгаю. Не забрызгаешь, нечем. Ну, ты же раньше не пил. Упс, сюрприз. И вообще я на отдыхе. О, понимаю. Интеллигентный человек в отпуске. У нас вообще медовый месяц, ты не забыл об этом? Заяц, я тебя прошу, а? Нет, кому рассказать, не поверит. 4 дня женаты и вот. Никому не говори. Может, тебе больше Славик нравится? Может, ты с ним приехал на медовый месяц?
А что у тебя с ориентацией? Вообще в порядке? Ну, Масик, ну, котик, ну, хочешь, я исправлюсь? Хочешь прямо сейчас? Не сейчас и не дыши на меня. За что не люблю море, пляж? За то, что тут нету кондиционеров. Мать, прости нас за вчерашнее. Клянусь, больше не повторится. Вот тебе крест. Руль, почему все говорят, что солнце – это жизнь, а я подыхаю? Я тоже. Ха, тогда нам срочно необходимо лекарство. Эй, Айболит! Плесни мне и моему другу. Он не пьет. Тогда мне, моему другу и его даме. Берег турецкий, Анталия очень нужна. Это в стране Ахматова и Бродского. Фантастика. Ноги бы оторвать за такое. Что вы сказали? Ой, извините, это я не вам. Ну вот и все, меня освободили от всего, поэтому я в вашем полном распоряжении. Мне дали ваш график. У вас съемки только после 5, поэтому мы можем с вами осмотреть окрестности отеля, а завтра, если хотите, съездить на экскурсию в старый город. Потрясающе. Олечка, вы меня несказанно радуете. Со старым городом? Да при чем здесь город? Просто вот мы с вами уже сколько? 2 дня общаемся? А вы ни автограф у меня не попросили, ни о фильмах моих не спросили. Вы еще в фильмах снимаетесь? Представьте себе, иногда. Хорошее чувство юмора. Смотрите, я человек влюбчивый, могу и влюбиться. Ну, на курорте все так говорят. Ну, я же на работе. Я тоже. Да, действительно. Скажите, а где здесь можно водички попить? А, да вот, в баре. Ага. Спасибо, я сейчас вернусь. Я подожду. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Да, дожили. Моя жена – девушка по вызову для известных людей. VIP, так сказать. К сожалению, я сегодня освобождена от моих непосредственных обязанностей, поэтому, если у вас есть проблемы, обратитесь к сменному менеджеру. Браво. Браво. Как видишь, аплодирую стоя. Я смотрю, тебе уроки актерского мастерства пошли только на пользу. Ладно. Когда домой поедем? Я в полицию обращусь. Неожиданно. Ужас. Только что ты им скажешь, что законная жена бросила мужа, ни ответа, ни привета, на телефонные звонки не отвечает, он приехал к ней, а она его в тюрьму, да? О, какие тут у нас люди. Ты вот лучше об этом своему актеру-звездуну скажи. Будет прекрасный сценарий для кино. Сорок семь, 48, 49. 2 минуты 49 секунд. Вот старик дает, а? Это еще не предел. Он так целых 3 суток может. Что? Сейчас ты узнаешь, что такое настоящий рекорд. На, будешь моим секундометристом. А, черт. Я ж забыл, мне же нельзя. Зараза. Вячеслав Александрович, ну какой толк приезжать в Турцию? Не искупаться, не позагорать. Да ладно. Что ты понимаешь в настоящем отдыхе? Самый отдых – это когда солнце садится. Давай теперь ты. Я засеку. Не, я не хочу. Ах, да, ты же влюбленный. Что? С чего это вы взяли? Твой батя сказал. Пап! Здравствуйте. Здравствуйте. Артур, отдыхающий. Очень приятно. А вы актер. Ведь вы же актер. Извините, да. Фамилию не помню. У кого не спрошу, никто не знает. Ты не знаешь? Ну да ладно. Как вам здесь? Замечательно. Ну что же, отдыхайте. Удачи, да. И, так сказать, Оскар вам в руки. Спасибо. А вам в ноги.
Извините, ради бога. Да нет, ничего страшного. Актер реклама лишняя никогда не помешает. Он-то меня хоть немножечко так помнит, а я его через 5 минут забыл. Так, ну что? Ну что, пойдемте? Да, окрестности осматривать отеля. Вот сюда. Какой из них мне? Не помню. Что значит не помню? Ну-ка, дай сюда. Этот, кажется, с алкоголем. На. Ну-ка, подожди. Ты что, оба с алкоголем взял? Нет, один только. Кажется, этот был с алкоголем. На. Па, можно я еще себе куплю? Денис, а как же кодекс? Ну, этот же ты выпил. Денис, ты сам во всем виноват. Тебе любой юрист скажет... Значит так. Возьми денежку. Пойди себе купи что-нибудь побольше и ешь там где-нибудь... Подальше. Подальше? Нет, я один не хочу. Ну, пойди поиграй с детьми. Не хочу я с ними, они тупые. Денис, они не тупые, они просто плохо, точнее, вообще не говорят по-русски. Извините, а вы не знаете, чей это мальчик? Вообще я не сплетница, просто интересно. Нет, я знакома с некоторыми известными людьми. Например, я знаю мэра города Козловска, Юрия Павловича. Это большой город. Там 30 тысяч человек живет. Мы с ним даже выпивали. А вы? Нет, я с мэром Козловска не выпивала. Ну нет же. Я имею в виду Щербакова. Вы уже с ним близко знакомы? Я с ним просто работаю. Это я и имею в виду. Скажите, как женщина женщине. Это правда, что о нем пишут? А что о нем пишут? Боже мой, но он же страшный человек. Он пьет. На гастроли в Калуге он склонил к сожительству 3 горничных. И администратора. Он просто требует это. Иначе, говорит, выступать не буду. По-моему, это полный бред. Я такого не слышала. Хм. Ну, конечно, это замяли. Но он же звезда. Скажите, он к вам еще не приставал? Девушка, у вас есть ко мне другие вопросы, а то мне работать надо. В общем, если будет приставать, вы мне скажите. Обязательно. Вам в первую очередь. Ночью разбужу. Спасибо. А в каком номере он живет? О, да, Славик. Еще 2 часа бы полежал, и все, гриль. Попал бы на обед каким-нибудь Маугли, не... Так ходить нельзя, слишком ярко. Отеля бордель какой-то. А в рекламе-то как расписывают, да? Тихий семейный отдых. Ладно, не заводись. Так, не кричи на меня. Я что, не права? Мы с тобой, между прочим, целый год копим, чтобы сюда приехать. Ха, а эти приврутся на халяву, едят тут, пьют, отдыхают. Хм, а потом перед камерой покривляются, да еще и бабок срубят. А мы-то все смотрим эту рекламу и верим. Я не верю.
А тогда зачем ты меня сюда притащил? Надо было опять в Феодосию ехать. Ну ты ж сама жаловалась. Совок, совок. Сервис отвратительный. Зато дешево. Ой, Федь, вот он. Давай. Федя, давай. Ну давай. Ну что, вы готовы? Олечка, вы знаете, давайте отложим нашу экскурсию. Что-то я неважно себя чувствую. А что с вами случилось? Голова раскалывается. Может, вы перегрелись на солнце? Давайте врача. Нет, не надо. Ничего страшного. Со мной уже такое было в Калуге. В Калуге? Ну, понимаете, артисты ведь тоже люди. Ничего страшного. Если вы мне понадобитесь, я вас найду. Хорошо. Спасибо. Мы все когда-нибудь умрем. Кто-то из нас... Простите, пожалуйста. Вы что-то хотели? Нет. То есть, да. Вот. Давайте. Угу. Можно автограф? Конечно, можно. Как вас зовут? Катя. Нет, точнее... Катя, это жена. Для Кати автограф. А точнее, для дочки, для Насти. Подождите, вам для кого? Для дочки. Как дочку зовут? Катя. Настя. Настя. Ну, давайте я и Кате, и Насте напишу. Спасибо. Не-не-не-не-не-не-не. Кате не надо. Не надо, Кате. Только для дочки, для Насти. Хорошо. У вас ручка не пишет. Как? Ну как, вот так. Можно? Да-да-да-да. Простите. Сейчас, одну секунду. Черт. Секундочку, пожалуйста, пожалуйста. Господа, у вас нет ручки? Нет. Ручки, писать. Нет, откуда? Черт. О, сори. Можно ручку? Ручку, писать. No problem. Да. Take my pocket, please. Да. You can write what you need. Да. And send by Wi-Fi to your own pocket. Да-да, я. No problem. Да. It's... Thank you. Слушай, ты, прежде чем фастаться мобильником, ты бы ручку себе нормально купил, понял, да? Уже им, держи. Вот. А, есть. Одну секундочку, извините. Одну секундочку, пожалуйста. Может быть, давайте позже? Нет, позже нельзя. Меня жена убьет. Простите, пожалуйста. О, пишет. Хотите Кати, хотите Насти, кому хотите. Такого нет даже у ФБР. Катя! Катя! Черт! Единственная майка! Единственная майка! Да! Борис Васильевич! Да! Доброе утро! Олечка! Очень хорошо, что вы пришли. Я даже не знал, что без вас делать. Мне нужна ваша помощь. Нет уж, извините, помогайте себе сами. То есть как сами? Это же ваша работа. Моя работа заканчивается за порогом этой комнаты. А вы что думаете, что вам все позволено? Я, дура, думала, что все это вранье, что пишут про вас в желтой прессе. Мало вас прикладывают эти журналюги. Оля, подождите! Подождите, Оля, вернитесь! Оля, вы неприятности, что ли, хотите? Оля! Мань, глянь, красота какая. Ой. А давай я сфоткаю. Давай. Со Славиком своим фоткайся. Машка, ну для альбома, а?
ладно. Ага, то есть я уже прощен, да? Может быть. Скажи, чиз? Ага. Так, теперь давай вместе. А надо кого-нибудь попросить. Сори, фото, фото, плиз. Окей, окей. Окей. Эй! Турок несчастный! Ольга, вы прекрасно знаете, как я к вам отношусь. Но это уже критическая ситуация. Вы поймите, он наш особый гость. Мы рассчитывали на эту рекламу. Мы надеялись на вашу помощь. Я делала все, что могла. Нет, не все. Конечно, вы не должны были этого делать сами, но попросили бы хотя бы горничную. Я думала, здесь приличный отель. Ольга, я вас не узнаю. Вы лучший сотрудник нашего отеля. Лучший? Именно поэтому вы его ко мне приставили? Да, именно поэтому. А он из-за вас не может начать съемку. Ольга, мне очень тяжело говорить. Но если вы не извинитесь перед этим человеком, мне придется сообщить об этом в Москву. Сообщайте, куда хотите. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. А что тут наливать стали? Нет, я в баре купил. Как купили? Тут же all inclusive. Все включено. Что значит все включено? И водка. Ну, вы даете, Максим Александрович. Еда, питье, алкоголь. Все бесплатно. Пей, хоть залейся. А я ему $5 отдал. Это сколько? Рублей 150. Сколько? Угу. Папа. Пап, ну зачем вы ему сказали? Ну, я специально с барменом договорился, чтобы он у него деньги брал. Ему вообще пить нельзя, ему 82 года, мало ли что может случиться. Извини, старик, предупреждать надо. Да не переживай ты. У тебя батя огурец. 3 минуты под водой сидит. Ну, выпить, ну, 100 грамм. У меня для тебя новость хорошая есть. Это чокнутая, ну... которую твой паспорт порвала. Это не она порвала. Неважно. Короче, увольняют ее. Как это увольняют? Mm-hmm. За что? Ну, за то, что паспорт порвала, наверное. Не знаю. Странно. А я даже не заявлял. Mm-hmm. Видишь, какой сервис? Ты не заявлял, а ее чик и пяу, полетит в свою Кемерово или куда там. Ничего не понимаю. Ну, шутник. Подловил старика, а? Ага, бесплатно. Уж если мы коммунизм не построили, то нехристем-то куда? Mm-hmm. Ваше здоровье. Видишь, какой сервис? Молодец, бармен не прокололся. Извините, я сейчас. Ой, извините, пожалуйста, а вы не скажете, в каком номере живет Слава из Челябинска? Sorry, I don't understand. What did you say? Ой, Слава, Слава, из Челябинска. А, Слава, Слава из Челябинска. Да. Yes, I know this guy. He's a funny guy. This room right there. Да? Yeah. Спасибо. Mowgli forever. Ага. Ну ты, Кашпировский. Давай, ага. Давай, давай. А-а-а. И что здесь происходит? Друг спасает друга. Машуля, ага. Машуль, я все объясню. Черт.
Что происходит вообще? Я сам думаю, если у меня и живот, и спина сгорели, что получается, я ворочаюсь во сне, что ли? Давай, руль, давай, еще сметаны много. Да как ты не понимаешь, это же катастрофа. Господи, я в одном шаге от развода. В чем катастрофа-то? У нее что, комплексы, что ли? Она что, в детстве в сметане чуть не утонула, да? Да нет, понимаешь, мы уже 4 дня как женаты, а медовый месяц так и не начинался. Ну так и в чем проблема? Иди догоняй. Если б все было так просто. А что тут сложного? Руль, погоди. Ты меня пугаешь. Ты что хочешь сказать, что ты еще не того? Не... Ну, почему? У меня в школе там, ну, знаешь... Девственник ядрёна матрёна! Руль, тебе сколько лет-то? 22. И чем ты до этого 20 лет занимался, а? Знаешь, это не смешно. Согласен. Бери бумагу, пиши. Что писать? Письмо. В книгу рекордов Гиннесса. Извините, пожалуйста. Алексей, мне очень жаль, но я не работаю сегодня с туристами. Обратитесь к менеджеру. Я знаю, что вы сегодня не работаете. Но вы обязательно должны работать, и вы будете работать. Потому что вы мне сейчас скажете, к кому мне здесь подойти, и я ему объясню, что вы в этом, с этим паспортом, вы не виноваты. Вас просто не имеют права увольнять. Алексей, во-первых, меня еще, может быть, и не уволят. А во-вторых, вы к этому не имеете никакого отношения. Как это я не имею отношения? Да, ну, если бы не этот дурацкий паспорт... Послушайте, ваш паспорт здесь ни при чем. Это ваш муж, да? Это он? А, да, это он, да? Послушайте, Алексей, я понимаю, что я виновата перед вами, но не надо... Так, это он, точно, я все понял. Да не он. Не он. А тогда кто? Какой-то у нас с вами глупый разговор получается. Вы приехали отдыхать? Я приехал отдыхать. Ну так и отдыхайте. Я приехал отдыхать, я сейчас отдохну, пойду к менеджеру, и я все равно все выясню. Вы опять за свое. Послушайте, я очень серьезно, очень. Ну, вы видели, приехал Щербаков. А актер Щербаков приехал, да, видел. Вот, и у меня с ним возник небольшой конфликт. А, с ним. Вам легче от этого стало? Сейчас мы все выясним. Вы куда? Алексей! Секундочку! Что ты будешь делать, а? Сволочь. Мерзавцы на всем экономят. Костюмера элементарного не могли взять. Все. Боря, тихо. Спокойно, Боря. Спокойно. Для вас люди вообще кто? Если человек расстроился из-за чужого паспорта, что же его надо сразу увольнять? Ты кто? Я? Да. Я вам не ты. Если вы любимый артист, это еще ничего не значит. Я вас тоже, между прочим, уважал. Что, надо же разобраться вначале? Я вас прекрасно понимаю. Давайте сделаем так. Давайте. Вы сейчас выйдете за дверь, и все будет хорошо. Да? Ага, хорошо. Ой, давайте. Вот так. Замечательно. То есть, замечательно. То есть вы ее не уволите? Кого? Олю. Какую Олю? Ну, Олю. А, вот эту? Все, Боря. Боря, все. Ну что ты будешь делать? Я не могу больше! Денис, ты сегодня нарушил 3 пункта нашего кодекса, поэтому мы сейчас с тобой будем учиться плавать. Пап, не надо, пожалуйста. В аквапарк есть тренер, и он занимается с детьми. Но ты же не пошел в аквапарк, когда я тебя об этом просил. Ну, пап, я кушать хотел. Ах, ты кушать хотел. А сейчас не хочешь? Сейчас нет. Ну и молодец. О, смотри, какие лазеры! Лазеры? Хама! Давай, руками греби. Вот, ногами. Да не плещись ты так, захлебнешься. Ну, давай руки. Ну что ты дрожишь? Жара же!
Я чуть-чуть не утонул. Ну, кто тебе сказал? Ты же у нас прекрасно плавал. Лучше, чем Человек-паук. Правда? Правда. Жалко, что я камеру не взял. Пап, смотри, какие тёлки! Что ты сказал? Где? Папа? Пап! Папа! Папа! Всегда здесь отличная пища. Всегда здесь на море волна. Стоп, стоп, стоп! Почему пятна на майке? Ну что, обычные пятна. Ну, пусть дадут мне другую майку. Слушай, Борь, ты прям как ребенок маленький, а? Вот тебе одного оставишь на чуть-чуть, ты вляпаешься во что-нибудь. Ты что, чернила, что ли, ел? Я их пил, блин! Так, Лалан, все, прости. Ну, пошутил неудачно. Да давай. Ты тут при чем? Они что, не могут сделать, заготовить сразу три майки, что ли? Ну, они дали три, две потерялись. Знаешь, такой вот курорт. Отдыхающих много, снимать невозможно, ладно. Тихо, крупным планом сейчас снимем. Давай крупным планом, мотор. Начали! Все, да. Всегда здесь отличная пища. Всегда здесь на море волна. Извините, пожалуйста, извините, что отвлекаю. Стоп, да почему посторонние в кадре, а? Я на секундочку. Простите, напишите здесь, пожалуйста, Насте. Насте? Да. Вот здесь? Да. Насте, да? Вот да. Просто взять, так... Сейчас, одну секундочку, одну секундочку, одну секундочку, одну секундочку. Боря, спокойно, спокойно, Боря. Это не я. У вас... Все, 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 все. Ой, ой. Маш, ну пожалуйста. Ну я же извинился. Ой. Маш, ну мы даже не пили. Ой. Ой. Маш, ну что ты делаешь со мной? Ну, ну не надо. Ой. Ой. Зайц, я тебя люблю. Да я тебя тоже люблю. Ну если бы ты видел себя со стороны. Господи, я думал, у тебя истерика. Конечно, у меня истерика. А что ты делаешь со мной, гад такой, а? Ну, все, все, все хорошо, все хорошо. Конечно, хорошо. Фотоаппарат прощелкали. Муж алкаш, только Славик из Челябинска в шоколаде. Он в сметане. Не напоминай мне об этом. Ну, все, все, все. Ой. Что, больно? Нет. А что, неприятно? Да нет, вроде приятно. А чего тогда? Ну, не знаю, сегодня день такой. А давай лучше завтра. Ну, купим клубнику, шампанское, свечи. Ну, чтоб все как в кино было. М? Ну, завтра так завтра. Боря, у нас всего один съемочный день. Один съемочный. Не уложимся, будут вычитать из наших гонораров, а? Ну, пожалуйста, давай поднатужимся с ними. Внимание, съемка! Мотор! Каждый из нас когда-нибудь умрет. Кто-то попадет в ад, кто-то в рай. Но зачем ждать, когда... У меня папа утонул, помогите! Как утонул? Где? Ну, там, в бассейне. Он что, еще в бассейне? Да нет уже! А, достали. Он совсем утонул? Совсем. Ему нужно 3 коктейля. Покажите, где здесь бар, а тут там закрыт у бассейна. Мальчик, выйди из кадра! Откуда? Отсюда, мальчик, отсюда. И знаешь что, дорогой мой, возьми сразу 6 коктейлей. Возьми, возьми, давай. Спасибо. Ой, а правда вам неприятно, когда вас показывают по телевизору? Беги, мальчик, беги отсюда! Все, 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 хватит. Звони в этот мегавояж, хрен поймешь что. Они меня достали. Почему я должен майки себе... сам стирать. Что за менеджер? Я на них в суд подам. Вообще охрана здесь есть? Это отель или вообще проходной двор? Все, хватит, хватит с меня. Стоп, снято! Боря, ты гений, Боря. Ну, как захочешь, сможешь, а? Это ты считаешь снято, да? Честно говоря, я не ожидала от вас, что вы так прямо к Щербакову пойдете. Да, я страшный человек. Шучу. Сам от себя не ожидал.
Со мной такое первый раз. Мне очень жаль, что так вышло с паспортом вашей девушки. Мне тоже. Я договорилась с руководством, она может съездить сюда бесплатно. Дорогу нужно будет только оплатить. Здорово. А вот и я. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу. Спасибо. Спасибо большое. Ой. Да. Ну и денек сегодня был. Да уж. Вы ради бога, еще раз, я вас прошу, простите меня. Я... Ерунда. Спасибо. Бывает и хуже. С Калугой не сравнить. Да что у вас было-то в этой Калуге? Гастроли театра. Приезжаем, а нас селят в общежитие цирка. А в цирке в это время отключено отопление. И у нас на этаже отогреваются медведи, собаки, слон. Представляете? Как слон. Ну, если честно, слоненок, но он выглядел как слон. Ну, я попросил переселить меня. Спать же невозможно. У медведей брачный период, понимаете. Ну и меня отселили. Переселили этажом ниже. И что? Ничего, затопил меня. Кто? Слон. О, Господи. Ну, я вызываю вахтершу, говорю, так и так, в чем дело, что мне делать-то? А она смотрит на меня такими медвежьими глазами и давай раздеваться. Зачем? Слава богу, не узнал, успел убежать. Огонька нет у вас? Нет. Ну, ладно, ничего. Ну что, за Турцию? За да. Турцию. За Турцию. За Турцию. Денечек был сложный. Пора и мне отдохнуть. Пока. Спасибо. Тешакюр. Идет, идет. Тебе же таркан нужен был. Один другому не мешает. Добрый вечер, дамы. Не помешал? Добрый вечер. Минута 32. Под водой тяжелее. Знаю. Федь, ну опять эта инфекция. Я же тебя просила сказать менеджеру. Я сказал. Ну что за обслуживание, а? Не отель, а дом культуры какой-то. А, по-моему, нормальный отель. 6 звезд. Ну, это если Щербаком считать. Квен, поменьше смотри, а тупеешь. Ну, согласись же, что без твоего Славика намного лучше. А я не соглашусь. А, по-моему, со мной... Обалденно! Блин, от людей с утра водкой пахнет, а от меня сметаной. Ну чё, злодеи, спрятаться захотели, а? А? Ну чё ты? Кого судьба свела, того уже ЗАГС не разведет. Все, 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 хватит! Они меня достали. Почему я должен майки себе сам стирать? Что за менеджер? Я на них в суд подам. Вообще охрана здесь есть? Это отель или вообще проходной двор? Все, хватит! Хватит с меня! Не хотите так отдыхать? Тогда вас ждут курорты Турции. Мега-отдых с мега-вояж туром! А счастье было так возможно. Дура ты, у тебя сам Щербаков попросил прикурить. Ты хоть зажигалку сохранила? Счастье у нее было возможно.